1-0. Классный гол. Голова бьет! Мяч в воротах! Сейчас Уфа зарабатывает штрафной на чужой половине поля. Пошел заброс. Скидка! Это не скидка, это гол! 1-0. Уфа выходит вперед. И Константин Плиев. Давайте смотреть повтор. Положения вне игры не было. Заброс очень высокий. И прозевали. Салов. Оставил мяч в игре. Шар воткнул. Смотрите, какая скорость, какая грация. Передача. Гол! Гол! Игорь Турсунов не зря получил сегодня награду. И Шарль де гол. А теперь Шарль де пас. Это очень интересно. Мусаев, он с мячом снова тянет, но тянет для удара, видимо, в ближний угол. 2-0. Балтика забивает этот мяч. И я говорил буквально минуту назад. Зреет второй мяч, и вот он. Это не комментаторская чуйка, это просто содержание игры. 1-0. Классный гол. Это отличный розыгрыш стандарта, который завершается ударом с линии ворот и первым голом в этом матче. Григолава. Григолава бьет! Мяч в воротах! Шикарный удар Ие Григолавы. Украшение этого матча. И на этом чемпионат. Ие Григолава слева на ноге великолепно пробил.